Скоро-скоро Новый год! Время радостных хлопот! С добрым утром, малыши! Приглашаем вас начать подготовку к Новому году вместе с нами и нашими гостями Олей Шостаковой и Ваней Басковым. Ой, ребят, извините, пожалуйста. Телефон звонит. Алло? А, да, мы уже в эфире. Понял. Одну секундочку. Это Дедушка Мороз. У него к нам какая-то важная просьба. С добрым утром, Хрюша. С добрым утром, ребята. Мне нужна ваша помощь. Хочу порадовать свою внучку Снегурочку и подарить ей волшебные бусы. А чем мы можем помочь? Появляются волшебные бусины только там, где по-настоящему верят в чудеса. Найти их могут только те, у кого доброе сердце, горящие глаза и яркая улыбка. Я знаю, что к вам в гости приходят только самые талантливые ребята и взрослые, поэтому прошу помощи у вас. Поможете? Конечно, конечно, поможем. Спасибо вам. Я в долгу не останусь. До встречи. До свидания. До свидания. Вот это задание. Да. Всегда мечтал побыть помощником Деда Мороза. А вы, ребята, готовы помочь? Конечно. Но перед этим вкусный подарок от нашей дружной студии Непоседы. Ух ты, здорово! Ой, как вкусно пахнет мандаринами! О, Хрюша, ребята, посмотрите, в корзине не только мандарины, но и бусины. Как они тут оказались? Бусины мы не приносили. Ребята, я, кажется, понял. Дедушка Мороз сказал, что появляются бусины только у тех, у кого доброе сердце. Вы же подготовили нам подарок, поэтому среди мандаринов оказались бусины. Ура! Да. Сработало волшебство! Ребята, а я правильно понял, что вы очень любите дарить подарки? Даже больше, чем получать. Я люблю делать подарки не только на праздники, но и просто так. Помимо музыки, я занимаюсь бисероплетением. И у меня всегда найдутся маленькие сувениры для друзей. Получать подарки, конечно, классно, но дарить их все-таки приятней. Я дарю то, что умею делать лучше всего. Петь! Словно из дивных снов сказка приходит к нам живая. Ждем мы заветных слов и в чудеса смеясь играем. Вечер нам зажег волшебный свет, открывая в Новый год секрет. Елка вся в серебре, блеск цветных игрушек манит. В праздничной суете словом плохим никто не ранит. Мы с надеждой встретим Новый год. Счастье принесет, сказать.
А поможете мне еще немножечко? Я не успеваю упаковать подарки. Вернее, повязать ленточки на коробке. Конечно, поможем. С большим удовольствием. Предлагаю устроить соревнование, кто быстрее завяжет ленты на подарках. Согласны? Да! Да! Тогда начинаем! Берем ленты и красиво упаковываем подарки. Мне, честно говоря, хочется помочь ребятам, но я знаю, что это соревнование, и мы здесь выступаем в качестве судей. Да. Держи себя в руках. Хорошо, как скажешь. Такое предновогоднее настроение. Классно. А у вас, ребята, вы уже упаковали подарки? Нет, мы еще пакуем. Ну вот сейчас потренируетесь. Да, сегодня и потренируетесь. Лента. Начинаем обратный отсчет. Шутка. Продолжаем, ускоряемся. Знаю, как подбодрить ребят. Ваня, Оля, Ваня, Оля, Крюша, Антоша, Крюша, Ваня. Не забывайте, ребята, что подарки должны быть не просто упакованы кое-как, но в этом должна быть красота и эстетика. Да-да-да. Один есть. Второй. Передаем в службу Деда Мороза. Как тебе подарок? Ничего. Ну, оригинальный, интересный тоже... такой вот. Да, интересное решение. У Вани тоже подарок упакован. Здорово. Так, Оля, давай, не торопись. Самое главное, чтобы у нас были все подарки упакованы. Но это надо сделать быстрее всех. Быстрей. Как здорово. Ребята, а вы упаковываете подарки с родителями, с бабушками, с дедушками? Мне кажется, это весело. Собраться все вместе и начать упаковывать. А еще, наверное, это тайное дело упаковывать подарки, чтобы никто не видел, какие подарки ты приготовил. Итак, я начинаю обратный отсчет. 9, 8, быстро! 7. 6, 5, 4, 3, 3,5, 3 с хвостиком. С хвостиком? Да. 2, 1. Стоп! Игра! Фух, вот это да, ребята! Вас срочно надо к Деду Морозу в помощники брать, потому что вы справились быстро, ну, почти качественно. Но ведь с опытом приходит такая красота. Да-да-да. Ваня, Оля, а мы с Хрюшей кое-что для вас подготовили. Та-дам! Пусть эти елочные украшения станут добрым напоминанием о нашем волшебном утре. Держите. Это да-да. Вам. Такие красивые, правда? Счастливые ребята. Да. Обязательно приходите к нам в новом году. А вы, ребята, не переключайтесь. Впереди еще много интересного!